спасибо за комплимент. Что-то я не понял. Понимаешь, громкость аплодисментов напрямую зависит от профессионализма ведущего. Вот чем лучше ведущий объявляет артиста, или, как в нашем случае, соведущего, тем и громче аплодисменты, поэтому я и говорю большое тебе спасибо за комплимент. То есть ты хочешь сказать, что я не профессионал? Нет, Саша, я совершенно не хочу это сказать. Я хочу просто сказать, что нам нужно разобраться с этими проблемами немножечко попозже, но нам перейти к объявлению наших артистов. А еще он постоянный участник традиционного парада оркестров, который проходит в Котласском дворце культуры. Ты, наверное, говоришь о коллективе, который желанный гость не только в нашем дворце, но и на площадках города Коряжма, Верхней Тоймы, Сыктывкара, Архангельска. Он пользуется заслуженным успехом у населения. Я предлагаю тебе объединить наши профессиональные усилия и объявить его так, чтобы аплодисменты было слышно и на Доке, и в Лимите. Ты готов? Готов. Итак, на сцене духовой оркестр.